У любого продукта заканчивается срок годности. Вероятно, закончился срок годности русской литературы, как ни жестоко звучат эти слова, именно потому, что ее основное содержание перестало быть понятным и перестало быть актуальным. Дело в том, что вот это душное богоискательство, либо там, откровенная религиозная пропаганда и не очень понятные взаимоотношения между людьми, ими сегодня зажечь и увлечь достаточно сложно, и можно это делать только каким-то репрессивным способом. Я имею в виду репрессивным в отношении школьников, что и происходило. То есть если у меня, там, и у вас, и у многих людей к большинству памятников литературы все-таки педагоги вызывали сдержанное отвращение, то сдержанное отвращение и такую разумную неприязнь, которая вот когда-то, когда мы станем взрослыми, рассосется, то у нынешних поколений понятно, что, во-первых, она не рассосется, а во-вторых, это уже не сдержанная неприязнь, это уже, в общем, нормальная глухая ненависть, когда пытаются преподнести нечто совершенно непонятное и априорно ненужное –